Акцию «Тазаурман» провели в Петропавловске. 50 студентов городских колледжей вышли в лес, чтобы убрать мусор. Это, к сожалению, делают не все отдыхающие. Бутылки от спиртного и упаковки от еды остались после гостей леса. Убирать пришлось эко-волонтерам. Среди них первокурсник Александр Андрюшечкин. Он обеспокоен судьбой планеты, потому вступил в эко-клуб при колледже, который существует уже 20 лет. Наш колледж выезжает на соревнования, бывают даже республиканские, бывают съезды в регионы. Мы ездим по разным городам, бывают даже в разные страны и проводим такие акции по уборке леса. Патриотизм – это не какие-то большие великие поступки. Поступки начинают с малого, допустим, с акции по уходу за нашим лесом, по защите животных. Экофест прошел в рамках республиканского проекта «Таза Алем». Целью мероприятия, прежде всего, является привитие экологической культуры молодежи, да? Мы говорим о том, что патриотизм начинается не просто с слов и флешмобах о том, что мы патриоты и так далее. Патриотизм начинается с действий. Эта акция получается у нас не разовая, это уже будет проходить в систематической основе. В следующий раз планируют убрать береговую зону реки Есиль. Экофесты будут проводить раз в две недели на протяжении всего лета. Кроме того, активисты подготовят видеоролики о правилах пожарной безопасности в лесу. Агирия Мукашева, Казбек Рыкбаев, МТРК.